13 января – День российской печати. 317 лет назад вышел в свет первый номер газеты «Ведомости». Как профессиональный праздник стали отмечать с 1991 года. Актуально, объективно, достоверно. Так работают журналисты во все времена. Профессиональный праздник отмечают все, кто имеет какое-либо отношение к слову. По данным Управления Роскомнадзора, в республике зарегистрировано около 160 средств массовой информации. Это печатные СМИ, телевидение, радио, информационные агентства. Самые последние новости, значимые события в жизни республики, чрезвычайные происшествия. Ничто не остается без внимания журналистов. В своих материалах корреспонденты не только поднимают животрепещущие проблемы, но и рассказывают об их решении. Высокая ответственность, максимальная оперативность и профессиональное мастерство. В конкурентной среде без этих качеств не обойтись. Лучших в этой отрасли будут чествовать на торжественном собрании 18 января в Чувашском государственном драматическом театре.